Друзья, вашему вниманию показания бортового компьютера автомобиля Volkswagen Golf 7 2014 года выпуска с двигателем 1,6 литра турбированным дизельным. Автомобиль оснащен механической коробкой передач на 5 ступеней. Показания в поездке с Германии до Полтавы, Украина. Практически все время в машине находился один человек, был включен климат. Также в багажнике лежит комплект летних колес на этот автомобиль. Средняя скорость всегда была на уровне 120-130, в Украине где-то около 140 км в час на круиз-контроле. Я думаю, переместимся на другой дисплей. То есть вот сегодня утром с города Броды в 8 утра выехали. И вот такие показания за сегодняшний день. Средняя скорость 99 км в час, 5,1 литра расход топлива. 8 часов в пути. Долговременно за всю поездку 232 километра, 86 километров в час средняя скорость, 4,7 литра расход. Здесь именно смешанный цикл, можно смело его считать смешанным циклом, потому что была езда по городам, прохождение границы, автобаны, проезд Киева, украинские дороги. Ну и вот от момента заправки данные, то есть осталось еще 100 километров, 5 литров средний расход показывает, 95 километров в час средний расход. Вот такие показания.